В Уфу приехал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, а также вице-премьер правительства России Александр Новак. Их приезд приурочен к церемонии открытия предприятия «Амкадор Агидель». На заводе будут выпускать оборудование для обработки зерна. У себя в социальных сетях глава республики сообщил о рекордно коротких сроках строительства – 9 месяцев. Также ожидается начало строительства еще одного завода – «Амкадор Алга» по производству коммунальной техники. Премьер-министр Беларуси планирует посетить трамвайно-троллейбусный завод, передать коммунальную технику муниципалитетам Башкирии и принять участие в праздновании Дня Республики.